Секрет номер два. Развейте в себе ясное чувство направления. Для этого нужно взять витающие в воздухе мечты и придать им форму четких, определенных, записанных целей. Возможно, величайшее открытие за всю историю человечества в том, что вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Два фактора, от которых главным образом зависит все происходящее с вами в жизни, это о чем вы думаете и как вы об этом думаете. Успешные люди большую часть времени думают о своих целях. В результате они постоянно движутся к своим целям, а их цели движутся к ним. То, о чем вы думаете большую часть времени, растет и увеличивается в вашей жизни. Если вы думаете о ваших целях, говорите о них и визуализируете их, вы можете достичь больше, намного больше среднестатистического человека, который думает и говорит только о своих заботах и проблемах большую часть времени. Вот вам действенное упражнение. Возьмите лист бумаги и наверху напишите слово «цели» и сегодняшнее число. Затем напишите список из 10 целей, которые вы хотели бы достичь в течение следующих 12 месяцев. Пишите свои цели в настоящем времени, словно год прошел, и вы уже их достигли. Каждую цель начинайте со слова «я», чтобы сделать ее личной для вас. Создав себе список 10 целей на следующий год, вы войдете в верхние 3% взрослых нашего общества. Печальный факт в том, что 97% взрослых людей ни разу в своей жизни не записывали свои цели. Как только у вас будет список из 10 целей, просмотрите пункты и задайте себе ключевой вопрос. Какая из этих записанных целей, если ее достичь, окажет наибольшее позитивное воздействие на мою жизнь? Когда вы ответите на этот вопрос, обведите эту цель и сделайте ее приоритетной и самой важной для вашего будущего. Установите дедлайн, составьте план, начните по нему действовать и каждый день делайте что-то, что приблизит вас к вашей цели. С этого момента постоянно думайте и говорите об этой цели. Думайте и говорите о том, как вам достигнуть этой цели. Думайте и говорите о всевозможных вещах, которые помогут воплотить вашу цель в реальность. Это упражнение активизирует вашу творческую жилку, увеличит ваш уровень энергии и раскроет ваш потенциал.